26 ноября в спортивном комплексе ЦСКА «Игровой» состоялось торжественное открытие финального этапа всеармейских соревнований на Кубок Министерства обороны Российской Федерации «Командирские старты». Инициатором проведения соревнований является личный министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. В турнире принимают участие команды всех военных округов – Восточного, Западного, Центрального и Южного, а также войск воздушно-космической обороны, военно-воздушных сил, воздушно-десантных войск, военно-морского флота, ракетных войск стратегического назначения. В этом едином строю сегодня находятся лучшие из лучших. Предшествовала этому большая кропотливая работа отборочных состязаний, которые проходили в полках, бригадах, соединениях, объединениях и в целом в округах, видах и родах вооруженных сил. Всеармейские соревнования «Командирские старты», как и в прошлом году, пройдут на спортивных объектах Центрального спортивного клуба армии. Участники соревнований отлично подготовились, что и намерены доказать во время первых стартов сразу же после окончания церемонии открытия. Только здесь, вот в этом строю, стояло сейчас при открытии 5 героев Российской Федерации. Это реальные картины, это все действующие командиры, которые находятся в войсках. И я очень рад о том, что многие из них имеют очень высокие разряды. Разряды, в том числе на уровне и мастера спорта, или кандидата в мастера спорта по различным видам. Я хотел бы особо отметить о том, что прежде всего под пристальным вниманием лично министра обороны, вы знаете, он сам спортсмен, любит спорт, понимает спорт. Самостоятельно практически занимается еженедельно, ну, по возможности, по времени. У нас принято решение по развитию спорта как на уровне Центрального спортивного клуба армии, так и спорта как предмета боевой подготовки вооруженных сил. В ходе состязаний участники будут соревноваться в беге и легкоатлетической эстафете, в меткости стрельбы из пистолета Макарова, плавании, подтягивании или подъеме переворотом на перекладине.